пляж White Gold, да, люди, 10 часов почти вечера, ночное. Ночное море с подсветкой с телефона показываю. Водичка прозрачная, чистая, никого нет, пару, ну, одна семья купается здесь, пацаны. Так классно вообще. Смотрите, какая чистая вода. Вообще огонь просто. Самая чистая вода, короче, вечером. Ну и ночью, наверное, тоже. Класс. Счастливые пацаны. Вот. И там есть на пирсе, несколько человек есть на пирсе. Зашло сейчас туда несколько людей. И несколько человек также на лежачках есть. Короче, все романтики. Сейчас на море только романтики настоящие. Вот они. Настоящие романтики. Самая классная вода утром, пока никого нету, и никакие ни корабли не проехали, никого еще нет. И вечером, наверное, самая классная. Вот пришли пару человек, возможно, отдыхающие с White Gold. Может быть, только приехали. С моря пришли. Ну, я бы купался бы сразу на их месте. А там идет дискотека в White Gold. Если бы море подсвечивалось, было бы прикольно. Вот так вот плаваешь, и все было бы видно. Ночью. Прожектора не хватает одного хотя бы. Романтик, купайтесь ночью, так классно, блин. У вас же отели, вот, подземный даже переход, не надо даже дорогу переходить. По чуть-чуть люди подходят, чем ближе к 10, там на том пляже несколько человек есть. Но в основном сидят все, они купаются. Друзья, вечер, у нас почти 10 часов вечера, на пляже White Gold мы находимся. Сейчас так и померяем, попрошу ребят померять температуру. Сейчас на улице, вот вы видите, 29 практически. И сейчас попробуем померять это на 3 минутки мне надо. Воду, уч до кика и померяем температуру воды. Опускаю его в воду, под воду. Понял? Померить воду. Ага, уч до кика и посмотрим, какая температура воды сейчас. Сейчас смотрим. Ну, в принципе, уже можно. Все, давай посмотрим, что там у нас получилось. Так, а ну-ка. Так, я пока не вижу. Все, это шкюрлер. Все, ребята, помогли, смотрим. Так, 26. А, сейчас у меня новый подписчик будет сразу. О, name channel. Вот Ромка. Онлайн подписка на ваших глазах сейчас будет. Окей? Угу. Интернет есть? О, есть. Я. Окей. Все, Якшамлар. Якшамлар. Новые подписчики, супер. Ты шкюрлер. Вот так вот. Добродушные такие. Температуру померили, я им тут подсветку делал, пока они плавали. Друзья, вот такая вот вечерняя у меня завершение вечерней прогулочки. Я такие вот решил поймать туристов, которые здесь шли. Как тебя зовут? Алексей. Алексей за всех отдувается, остальные не снимаются. Откуда вы приехали и когда? Из Казани вчера. Блин, Казань. Альбертос, привет всем, кого я знаю в Казани. Вчера, да? Ну, на море вы уже должны были покупаться по-любому, да? Да, покупались. Здесь, на пляже, да? Да. Отель «Антикроман» у вас, да? Да. Впечатление от моря, от отеля, от Алании. Вообще первый раз в Алании или нет? Да, первый раз. Впечатление бомбовое, отель классный. Вода в море? Вода в море. Тёплая. Нравится, чистая. Теплая? Достаточно теплая. Привыкать не надо. Заходишь сразу, сидеть можно полдня, да? Да, залетаешь и не бывает чёрт. А вообще был в Турции или вообще первый раз? Первый раз. Первый раз? Да. С ума сойти. И за границей первый раз? Да. Обалдеть, мы тебя поздравляем. Спасибо большое. Вот, и вопрос такой, а чё не купаетесь вечером, когда темно? Там так романтично, там сейчас вода самая чистая, самая теплая, кстати.
Да не знаю, у нас никто не хочет купаться. Родители надо уговорить, короче, и они попробуют. Тут мелко, тут безопасно, далеко просто не надо плавать. Там вот вода, можете фонариком посветить, она прозрачная, идеально. Сейчас и турки купались, я им завидовал просто. Я буду тоже вечером приходить. Спасибо большое, классного отдыха вам. Спасибо. Спасибо.